ребят, всем привет, вы на канале Светлана Карпа. Посмотрите, пожалуйста, какая красота сегодня в Нубе Ангиос. Приезжайте скорее. Море фруктов. Давно ели крабика? Быстренько.
только собрали чемоданы и мы там. Рыбка на любой вкус, морепродукты на любой вкус. Как это невероятно вкусно и красиво. Давайте пальчики. А лучше давайте скорее пишите мне. Мы сейчас быстренько оформим вам путевочку в этот отель. И вперед к нам отдыхать. Лучше один раз попробовать, как говорят, чем сто раз увидеть. Боже мой. Все, я отсюда не уеду точно. И пока. Я остаюсь жить. Ну, Бенни, Вайлыш. Все, я здесь живу. Так, давайте-ка пойдем посмотрим с вами на улицу. Представляете, какое количество сейчас будет гостей. Слушайте, вот такую вот красоту. Здравствуйте, я так рада вас видеть. Это что за вкуснятина у нас здесь будет? И здесь креветки, и тунец. Ребята, ну все, короче, я переезжаю жить в Нубию. Я здесь навсегда. И вам рекомендую, собирайте чемоданы, берите путевки или просто звоните, мы организуем все. Просто что-то невероятное. This is a fire. Супер. Окей. Так, меня попросили отойти, потому что сейчас будет очень большой огонь. И так это все делается для всех гостей. Это не только для меня. Это... На такой прекрасной ноте, смотрите, я вам покажу, какую вкусняшечку сегодня буду готовить. Короче, долго не думайте, правда говорю. Приезжайте, пока есть место, потому что обычно там, где я, там все, там просто очередь и, ну, мест нет. Все, потому что я всегда выбираю все самое лучшее. Все, всем пока-пока, до скорой встречи. Подпишитесь на канал, не пропустите самые интересные, вкусные, веселые, познавательные видео. До скорой встречи. Твоя Светлана.